друзья, отдельное видео о женской половине. Не адресованное для них. Я думаю, что наши подписчики в основном мужчины, которые имеют своих жен и близких сестер, коллег. Женщины по определению, друзья, это, я не знаю, там, любая женщина, это статность, это красота. Там, где есть женщина, это все, это человек на коне, можно сказать. Холостяк, ты чё? Один с краном. Ну чё он, холостяк? Семья, это очень важный институт для всего общества, всех детей, будущего, любой нации, друзья. Мужчины-добытчики, охотники, а женщины, они крутят, рулят, пилят. Пилят. Не мужчин пилят, а законодатели, понимаете, законодатели в семье. Поэтому мужчина, сейчас вообще как бы такое время, что нельзя женщин обсирать, ругаться с ними или говорить им какие-то плохие слова. Да, бывает, всегда у всех, всегда у меня в том числе, всегда было. Сейчас намного реже и даже можно к нулю свести, это была для меня вообще проблема, ребята, проблема. После того, как я начал, друзья, развивать свою семью, все, проблемы у меня остановились. Как я до этого куда-то там с друзьями, куда-то туда, налево-направо, зачем? А когда ты развиваешь свою семью, только развиваешь свою семью, у тебя как бы уже потенциала больше, энергии больше, всего, ты начинаешь расти сам по себе, понимаешь? Человек начинает расти в этом во всем. Поэтому, друзья, женщины всегда имеют очень много энергии. Они очень проницательны, они смотрят прямо любого мужчину. Их генная как бы, миссия заключается в том, чтобы поддержать мужчину. Поэтому, друзья, уважайте своих женщин, близких, матерей. Это сообщение не для 8 марта. Это сообщение для того, чтобы мы, мужчины, осознавали то, насколько наши похождения и наши компании, там, я не знаю, там, военные, не военные, охотничьи, не охотничьи, ну так, образно я говорю военные, переносом, в смысле, я не за войну, вообще категорически не за войну, всегда должны основаны на том, что он должен поддерживать женщину. Женщины – это украшение, украшение, друзья. Вот смотришь на женщину, сейчас вот на стенде я был, там женщина такая классная, выходит прямо, смотришь на нее, и так классно прямо становится. Просто вот я смотрю на женщину, мне просто приятно от того, что без никаких там задних мыслей там, про секс или про второе, третье. Просто вот она в годах стоит, ухоженная женщина стоит, и смотришь на нее, сразу украшает, ребята, сразу украшает. Любая женщина, она украшает прямо наше окружение. Поэтому, друзья, такое видео. За мир!